На канале ProMaster сегодня я покажу, как посмотреть свой пароль от Roblox или от других приложений. Это 100% рабочий способ, я давно им пользуюсь. Он помогает тем, что если вас взломает, вы не знаете свой пароль и не сможете зайти на свой аккаунт. Так, для начала заходим в настройки. Ищем раздел Google. Вот он тут внизу. Google. Потом нажимаем управление аккаунтом Google. Вот, я вам показываю. Теперь ищем безопасность. Там нужно пролистать. Нажимаем. Внизу листаем. Мессенджер паролей. Нажимаем. Вот, у Roblox у меня есть 4 аккаунта. Вот, я нажимаю Roblox. Меня просят ввести пароль. Сейчас надо будет. Потом выводите свой пароль, и там я покажу, что надо делать. Вот все аккаунты. Тут надо нажать на значок, чтобы посмотреть пароль от аккаунта. Вот там есть справа от значка «Посмотреть» есть такая штучка. Нажимаете, это скопируется в буфере админа. Вот все аккаунты, можно изменить, можно удалить аккаунт. Тут смотрите пароль и все. Ну что, всем удачи, всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и поставить лайки. Всем удачи, всем пока.